Круто. А сейчас мы на стенде Оливия Долг и Оливия Блинк. То есть линия и для женщин, и для молодежи. Молодых женщин. Так, Таня, можно, нет, снимать? Да, можно снимать. Это марка тоже итальянская. Производство осуществляется полностью в Италии из итальянских тканей. Здесь есть две линии. Оливия Голд рассчитана на женщин. А Оливия Пинк более молодежная. Очень хорошая посадка. Многие сравнивают эту марку с знаменитыми немецкими марками, потому что там посадка отличается от итальянской и очень как бы комфортно себя чувствует женщина. Очень много людей на стенде, поэтому... Трудно туда попасть на стенд. Как все эмоционально обсуждается. Коллекция большая. Коллекция большая, очень интересные принты. Ну, с чего-нибудь, давай к чему-нибудь мы подойдем. Например, вот такой слизный купальник. Здесь тоже такая отделка с стразиками, драпировка. Тоже двойная ткань, здесь плотное уплотнение, регулируемые бретели, то есть очень качественная продукция. Цена купальника в среднем от 52 до 59 евро. Уровень до 60 евро. Здесь тоже купальник, утягивающий эффект, здесь драпировка. Вообще-то посадка очень хорошая в этой марке. Скрывающая некоторые недостатки, а может быть, достоинства. Подчеркивает достоинства, скрывает недостатки. Это бандон. Очень понравился. Цветовая гамма такая интересная. Вот этот цвет очень понравился. Вот тоже бандон интересный. А как они разделены вот на вишалах? По какому принципу? Они цветовому или что? По цветовому, да, по цветовому принципу. И расцветки в этом году, я смотрю, очень модные, такие яркие тона, яркие расцветки. Вот такой комплект, Здесь другие модели или другие по форме, другие модели, да. То есть мягкие чашки есть тоже двойные. Это вот такая же форма, только другого цвета. Это искусственный шелк? Это вискоза. Это вискоза, да. Есть из натурального шелка, из полиэстера. Так, куда можно быть? Ну, здесь похожие модели, других цветовых решений. Не подойти на стенд. Да, не подойти. Ну, может быть, внутрь туда забежим. Давайте. Протиснемся. Второй день работы. Вчера было так же много людей, и сегодня. До молодежной добрались мы. Серии. Нет, такие треугольники с уплотнением. Трусики тоже двойные. Тунички сетки. Очень нравится. Смотрю, стрингов-то мало, даже для молодежи. А стринги в Италии не популярны. Популярностью их очень мало кто делает. Вот это тоже чашка, тоже с такими хорошими уплотнителями.
А молодежная подешевле немножко? Молодежная немножко подешевле, да. Очень нравятся такие пусики молодежи. Да. Сейчас очень. Веселенькие. И сам здесь. Шортики. Коллекция очень красивая. Вот тут вот с какими-то оборочками. Ох, какая. Да, это бандо. При движении все это колышется, все это шевелится. Снимаем. С нами Лариса Чистякова, да, да, да. Поклонница этой марки. Да. Хорошо. Шапочки. С дыркой, с дырочкой посередине. С пайетками. Да, с пайетками и с вышивкой. Интересно. Так. Почти Сони. Не Сони, а что такое не Сони? Их здесь нет? Это Оливия. Да, это Оливия. И здесь тоже натуральные материалы. Да, тоже. Но это уже не пляжное, это уже что-то, да, одежда. Да, капсульная коллекция одежды. Здесь еще черно-белая коллекция купальников. Ну, я не знаю, для бельевых магазинов это не очень подходящее. Ну, у кого-то есть, да, и одежда, отдельные магазины. А вот эта коллекция чем отличается? Это очень красивая тоже серия на черно-белом контрасте. Такая вышивка. Да. Выразительная. Да, черный цвет тоже входит в моду. Вот такие аксессуары на трусиках. Очень нравится. Элегантно. Да. Очень. Жаль, что нельзя передать ощущение тактильное. Тактильное, да? Да, потому что все ткани очень приятные на ощупь и дают комфортное ощущение. Вот это тоже красивая серия. Здесь тоже разные варианты с рукавом, без рукава и разные длины. Ну вот мы получили представление теперь о предложении компании «Оливия». Это наша четвертая компания. Сейчас идем на пятую. Мы здесь сейчас пройдем, посмотрим молодежное направление. Есть еще очень интересное предложение по упаковке в виде торта. То есть тут получается 12 купальников, каждый упакованный как пирожное, как кусок торта. То есть, а что туда упаковано? Вот эти купальники, вот купальнички? Да, вот эти купальники. Тут можно купить торт, будет составлен в виде торта. Да, 12 комплектов подарить сразу. Да. О, какой подарок хороший. Да, очень интересная такая идея, которую я получила. И вообще подставка подходит для магазина. Так выставить.
оригинально будет розовый для молодежи. Спасибо. 10 минут.